Продолжаем соревнования театр-студии сценического фехтования «Сирано». Композиция «Песок на ветру». Исполнители Роман Кулешов и Михаил Марков. И сошлись в пустыне две рати, и несла каждая рать свое знамя, и была на каждом знамени начертана истина. Но были разного цвета эти знамена, и были разные на них истины, и провозглашала каждая рать свою истину на своем языке, и была сеча. Во время атаки был убит конь под рыцарем из Вардая. Его отряд унесся за отступающим врагом. Звуки битвы стихли вдали, и песок скрылся за ним. Это в студии сценического фехтования «Сирано» Роман Кулешов и Михаил Марков.